И как обычно, стендофф. Сегодня я буду играть за кнопку бомбы. Распец. Вот, ну, инвент. Надо поставить. Да, подождите. О, все. Ставим. Что ж, начинаем. И да, я это первое видео по стендоффу. Я в шоке, конечно. Год каналу, а первое видео про стендофф. Я подумала, это не нам. Блин, у кого-то кунай из наших. Сейчас бы мне тоже кунай. Ой, не кунай, а скорпион. Что, ножа нету? Вот мой нож. Вот мой нож. Круто, если честно, нож. Кухонный. Ну, ладно. Первый есть. Нашла. Нифига, нож крутой. И перчатки завидую. Не из батл пасса такой красивый выпил. Ой, блин. Thank you.
я играю не сильно. Распустим на плохо. Посудите, пожалуйста. Правда, что? Знаю крысу. Каточка. У меня два скина на это оружие. Вот такое слово. И клейка за 16 голды. Да. Кинем сейчас кошечку. Да. Легко. Не-не-не-не. Вообще жестко. Слышите? Простите, позвонила мама. Ну, чё? Ради мамы готов на всё. Так-то ж. Простите, из катки вышел, но ради мамы всё это. Так-то ж. Всё. Сейчас опять начнём играть. Эх. Пишите в комментариях свой ID, и возможно мы с тобой поиграем в дуэль. Я свой ID не скрываю, имя не скрываю, меня в настоящем зовут Ваня. Вот. И голды у меня нету. Так, не ходите строго. Вчера инвентарь стоил 100 голды, я чем-то продал оружку с наклейкой за 100 голды, легендарную, с девочкой. Ну, или хотя она была не легендарная, но я видел. Она легендарная. За 100 голды. Не знаю, это... когда я это сделаю. Или нет. Я покидаю. Забрали уже. Блин, я своих подписчиков никогда не продаю, и я их люблю. У меня, кстати, сейчас мало очень подписчиков. И 28. Вот, но я все равно с этого рад, что у меня хотя бы хоть кто-то на меня подписан.
И вот, спасибо вам большое. Если хотите, то Дуэль может играть, что. Если хотите, конечно. Я вас не обязан. Пять нанес. Капец, я думал, что. Я думаю, мы не затащим с ним. Есть огонь. Я, да, я понимаю, он убил. Я думаю, я затащил. Я сниму сегодня еще видео, если мне, конечно, друг не позвонит. Ну кто кидает флешку через 3 часа, если друг не позвонит? Ну если друг позвонит, я с другом сниму видео. Он живет в деревне, а я живу в городе. Под именем город называется Челябинск. Он сейчас намного лучше стал. Копейка, конец. Статрек еще. Ваш статрек. Ну, я думаю, я пока что... Нет, я... А, я напомнил, я забыл. Я забыл. Роналдо, Роналдо. И пишите в комментариях, какая ваша любимая игра? Вот моя любимая игра — это вот стендов. Я думаю, мне вот написали, где я забил, ну, середины поля. Гол. Я баскетболист, да. Мне написали там кринж. Но там пацан, или девочка, не знаю, ну, пацан должен. Он снял тоже видео просто про стендов. А там просто музыка наложена, и у него нет подписчиков. Он написал мне под видео, что кринж. Я ему кое-что написал тоже в ответ. Чтобы он понял, что он сам не хуже, чем я. Не хуже, но со мной. Не хуже, чем я. И зачем оскорблять других людей, которые снимать не умеют. Вот, например, как я. Я монтаж не умею делать, ну и что? Я еще много чего не умею, ну и что? А нафиг оскорблять? Да. Я вот это вот не понимаю одно. Вот так вот. Они что, играть не умеют? Или что? Мы не тащим мы вообще. Ни капельки. Согласитесь, красивый скин. Я не хвастаюсь. Я просто из батл пасса говорю, что это мне сильно нравится. Моего друга такой же, я бы такой хотел. Главное, чтобы не кидали меня. Вот. Это, я думаю, у меня подписчики хорошие. Хотя дружат со мной. Со мной. Ну, если, конечно, там не будет какие-то взрослые.
Видите, на меня подписывается. Мало. Играть не умею. Но друг так не считает. Он считает, что мы с ним вчера на 5 копеек играли. Да, я знаю, это мало очень. Но я победил. 4 или 5 копеек. Ветеран, 41-й. Ой, я Ванька убил какой-то. Да блин, ну куда вы флешки кидать? Пойму. Гайд гранат был. Посмотрели. Раскидки всякие там. Гайд гранат. Уже сделан. Вот так вот надо кидать. Вот так. Сюда отходить, чтобы не ослепили. Ну вот куда? Тиммейты, блин. А! Ой-ой-ой-ой! Тащим. Тащим. Я видел на радаре кто-то там. На радаре. Ай! Хотел с ножа посадить. У меня сейчас будет... Да, вот там. Оцените мои скины на М4А1. Мои скины, пожалуйста, от 0 до 10 в комментариях. Я не хвастаю, не говорю. Я просто напишу ваше мнение. Я один раз так узнал, что я скину флешку. Ой, ты слышишь, что ли? Ну что делать? Не понимаю. А, все. Я понял. Все. Понятно. На нож посадили меня. Мне очень нравится этот скин. Прикольно. Куда? Хотя проигрывали. О, помните, я был на последнем, сейчас на первом. Нифига. Утро. Я не читер, у меня вот. У меня нету читов. Мне 9 лет. Я не знаю даже их как скачивать. Читы. Давай убивай! Нет! Как? Как я мог так? Сидя на кругу?
С моим ходит, с моим. Роналду, вот этот. Зубастик. Ну что, своего скина у него, походу, нет своего скина. Снимаю уже 20 минут. В первый раз на 20 минут зайдет. Ай, блин. Простите, что если я долго для вас. Но вы не обязаны смотреть видео до конца. До конца где-то еще 3 минуты. Возможно, меньше. Я думаю, вы посмотрите это видео и увидите. Кидаем флешку за флешку. Видел, идите. Там есть чел. Давай, блин, да как? Капец, блин. Как я так мог? Ну куда она, какашка, это уходит, какашка. Ой, Серёжа, нет, не надо, я не нужна. Возможно, первые подписчики знают, что я никогда не снимал про стендов. Говорю. Да, я снимал фильм. Ну, я был там, а он был там. Он не мог просто меня так убить. Уду какой-то за нас играет говняцкий. Да, дивлюсь. Ай, ну, мог пораньше задефьюзить. Ладно. И всем пока. Вы были на канале Стэндов. Всем пока.